Привет! Я сейчас иду по рынку здешнему, который располагается вот так во временном таком, как сказать, режиме возле, ну, в общем, в данном районе, где я проживаю сейчас. И я снимаю себя, потому что, сами понимаете, если я буду направлять на кого-то, может, кому-то это не понравится. Ну, кто ко мне в кадр попадет, сами увидите. Это вот там зазывалы кричат. Дешево-дешево, покупайте, покупайте. И как раз именно здесь я купила сегодня еще один подарок будущему школьнику. И я этот подарок вам покажу, конечно же. Ну, пока что наслаждайтесь зрелищем испанского рынка. Здесь есть рынок, большой рынок Encans. Иногда его еще называют Glorious. Я его тоже как-то показывала. Но вот этот такой именно вот как прямо вот таких вот времен перестройки с такими зонтиками. Вот, с висящими, понимаете ли, товарами. Как назло, зазывалы замолчали. Ну, может, услышим что-то. Вот, кстати, здесь ларек, где именно я купила подарок. Вот некоторые с домашними животными собаки не любят. Здесь вот как бы так, знаете, как все валом. Там копошатся женщины, выбирая нужный товар. Вот здесь цена не очень подходит, народу меньше. Вот такой вот. Ну, сзади меня сами смотрите. Может, я думаю, вы разглядите. Вот. Ну, дальше я вхожу в зону уже двора. Здесь детская площадка. Тут девушки сидят, с детьми смотрят или просто на лавочке сидят, разговаривают. Вот. Ну, в общем, зону рынка я прошла. И покажу вам свою покупочку. Так, показываю вам свою покупку. Значит, вот в такой коробке упаковано, написано «пижама». Но! Вот Реал Мадрид уже увидели вы логотип. Это ХБшная продукция. Сейчас достану вот так вот. Значит, майка и шорты, которые могут быть использованы, я думаю, не только как пижама, а вообще вполне себе как спортивная форма. Сшита она по, ну как, по образцу, как вообще в принципе выглядит форма. Одна из разновидностей формы Реал Мадрид. Ну, как вы знаете, что у футбольных команд не один тип формы, а несколько. Ну, это вот такой вариант. Бело-черный. Вот. С логотипом, в общем, хлопчатобумажный. Купила размер специально на 8 лет. Что-то на 6 лет мне показалось очень маленькое. Дело в том, что я уже как-то говорила, что испанцы вообще, в принципе, в общей массе ростом пониже будут, чем наши люди. Хотя у них, безусловно, есть и высокие, в общем, разные, понятное дело. Но, ну, вот так вот в общей массе создается такое впечатление. Я, например, вот здесь иду, и основной массы я выше, причем гораздо. Причем это туда, в эту группу входят и женщины, и мужчины. Хотя, еще раз повторяю, среди, так сказать, популяции, естественно, есть люди, которые выше меня, и как женщины, так и мужчины, но тем не менее. А у нас я иду, я вровень с основной массой населения. Рост мой, кстати, 1,73 м, если вот так уточнять. Ну вот, такая вот спортивная, или уж, я не знаю, пижамная форма на более такой высокий рост, майка длиннее, в общем, если что, можно и в шорты заправить, а можно, вот они тут с завязочками, такая вот, как бы вот, можно затянуть, если там вдруг свободно, сильно. В общем, вот такая вещица. Стоит она 10 евро. Это дорого, но учитывая то, что это хлопчатобумажная, то есть 100% хлопок написано, и учитывая то, что это форма, как бы марка, форма Реал Мадрид, то цена вполне себе ничего. При этом продавец клялась мне, что вообще она стоит 20, ну я верю,
В магазине вполне она может стоить 20. Вообще, я хотела своему племяннику купить форму барселонской команды. В городе Барселона все-таки находимся. Но не было для детей такой формы. Взрослые там были какие-то майки, ну зачем мне взрослые, вот. Но у него уже, у моего племянника такая форма была, форма барселонского клуба, и причем сшитая из той же самой ткани и по тем же самым правилам, как для взрослых футболистов, и купленная в специализированном магазине футбольного клуба Барселона за бешеные деньги, 50 евро, еще 10 евро стоило надпись написать, что Артем футболист. Вот, ну, Артем уже из нее вырос, поэтому вот теперь походит в форме Реал Мадрид, где хочет и как хочет. И, в общем, такая дружба народов получится. Вот. Ну, пока все. Хроника подготовки к школе продолжается. Увидимся!